В Ульяновской области готовятся к предстоящим выборам за или против поправок в Конституцию. Вместе с этим постепенно снимаются ограничения самоизоляции. Для тех, кто не может проголосовать по месту жительства, в избирательном праве есть возможность открепиться и проголосовать там, где удобно. Это право ульяновцы уже могут реализовывать. Придя в избирательную комиссию, он может открепиться и, соответственно, прикрепиться к тому избирательному участку в любой совершенно точке нашей необъятной Родины. И для того, чтобы осуществить свое волеизъявление, уже там, где он будет в эти дни. Документы принимают в территориальных избирательных комиссиях, многофункциональных центрах и на портале госуслуги. Я вот лично, как сама председатель, я уже давно работаю председателем, принимаю участие еще со студенческой скамьи, как говорится, я занимаюсь этими выборами. Поэтому нам уже все это знакомо, ничего нового здесь нет. Легко все мы оформляем, очень быстро оформление заявлений по месту нахождения мы оформляем. Поэтому проблем нет, приглашаем избирателей к нам на избирательный участок. В первый же день, когда стало можно подавать заявление, желающие нашлись. Процесс оформления открепительного удостоверения быстрый и неутомительный. Сегодня я пришла, чтобы открепиться от своего участка. Я буду находиться в Московской области, и меня оформили на участок в Московской области. Процедура прошла очень быстро, это заняло буквально 2 минуты. Приятные люди, все меры предосторожности были соблюдены. Маску, перчатки, санитайзер каждый ульяновец получит бесплатно при посещении избирательного участка в день выборов. Кроме того, каждому будет выдаваться индивидуальная авторучка, которую как сувенир на память об участии в историческом процессе можно будет забрать с собой. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.